Американский археолог Гарри Дэвид предположил, что первые свидетельства о визите инопланетян следует искать в мифах и легендах народов мира. И, похоже, это привело его к громким открытиям. Ученый получил широкую известность благодаря изучению загадочной культуры индейцев Хопи. Древние народности североамериканского континента, потомки которой живы и сегодня. Этим племенем Дэвид заинтересовался, когда из научной литературы узнал о его странных легендах. У Хопи был богатый опыт контактов с внеземной жизнью. У них есть идея о летающих щитах или летающих тарелках, которые они встречали веками, а может быть и тысячелетиями. Эти летающие щиты прилетали и навещали их в их деревнях. Они спускались с неба, и существа, которые выходили из щитов, хопи называли качинас. Качина — это что-то вроде духа посланника. Они чем-то похожи на ангелов. В христианской религии они перемещаются между обителью богов и обителью людей. Как гласят предания, эти пришельцы с небес были благосклонны к людям. Они научили индейцев земледелию и искусству врачевания с помощью лекарственных трав и минералов. Хопи взаимодействовали с этими качинас веками и тысячелетиями. Иногда даже качинас брали женщин-хопи в жены. И, конечно, это напоминает нам о книге Бытия, где сыновья Бога совокупились с дочерями людей. Их называли наблюдатели. Так что эти качинас исполняли роль наблюдателей в другой культуре. Гарри Дэвид предположил, что мифы индейцев Хопи отражают реальный контакт с инопланетянами, который произошел на территории Северной Америки. Чтобы проверить свою теорию, археолог стал жить рядом с аборигенами, изучать их легенды и обряды в поисках доказательств версии палеоконтакта. И они не заставили себя долго ждать. Уже на первом же празднике, где индейцы совершали ритуальные танцы, исследователь сделал удивительное открытие. И хопи проводят ежегодные танцы на деревенских площадях, посвященные этим качинас. Они изображают качинас, они носят маски качинас. И маски качинас очень важны. Они поражают. Они могут быть в форме купола или в форме цилиндра. У них есть круглые глаза и что-то вроде рта трубки. И они, в общем-то, выглядят как космические шлемы. У них могут быть узкие глаза. Эти маски выглядят очень сверхъестественно. И они выглядят по-внеземному. Маски действительно были похожи на космические скафандры. А мифы индейцев прямо указывали на небесных учителей. Ученый каждый день все больше убеждался, что традиции этих аборигенов отражают слишком сложные вещи. На уровне своего развития они не могли бы такое придумать. Значит, кто-то им эти знания дал. Но Гарри Дэвид искал более весомое подтверждение своим идеям. Археолог решил обратить внимание на постройки аборигенов. Очень интересные лабиринты индейцев Хопи. Тоже у них есть один лабиринт Матери Земли, он явно с многомерной структурой. Лабиринты, изображенные на земле, индейцы используют для ритуалов. Возможно, эти сооружения несут скрытую информацию об инопланетном влиянии. Но эти рисунки пока не удалось расшифровать. И все же версия Гарри Дэвида подтвердилась, когда он прочитал работу другого исследователя, Роберта Бьювелла. Тот нашел соответствие между великими египетскими пирамидами и тремя звездами, что образует так называемый пояс Ориона. У нас такое же расположение пирамид на Земле, представленное в небе. Есть две большие или две яркие звезды в поясе Ориона. Всего в поясе три звезды, и третья, менее яркая звезда, смещена. Пирамиды на Земле расположены относительно Нила, так же, как пояс Ориона расположен относительно Млечного Пути. Так что получается, что у нас есть карта в небе, которая схожа с тем, что есть на Земле,
И наоборот. Это стало известно как теория корреляции по Ориону. Эту историю поддерживают не только тексты пирамид. Хотя множество абзацев говорит о том, что фараон отправляется к звездам и встречает своих предков в созвездии Ориона. Индейцы Хопи также утверждают, что их предки пришли из созвездия Ориона. Гарри Дэвид решил соотнести расположение их строений с картой звездного неба. Известно, что хопи живут на трех основных плато в Северной Аризоне. Они строят деревни на каменных площадках, называемых Пуэбло. Эти первые поселения появились за 1000 лет до нашей эры. Я подумал, что может быть и корреляция с Орионом прямо здесь, в Аризоне. Если она есть в Египте, то может быть и здесь, на этих трех основных плато. Так что я доехал до резервации и увидел некоторые церемонии. Затем, когда я добрался домой, я взял небесную карту, взял карту Аризоны и сравнил их. И понял, что хопи строили деревни в определенных местах Аризонской пустыни. И они в точности отражали созвездие Ориона. Есть определенные руины или деревни, соответствующие каждой крупной звезде в созвездии. И соответствие было точным. Удивительно, что эти корреляции звезд с Землей существуют, будто бы на Землю положили зеркало. Это было невероятное совпадение. И постройки индейцев, и три египетские пирамиды были построены как отражение звездного пояса Ориона. По мнению Гарри Дэвида, все это указывало на космический источник знаний этих народов. Как считает исследователь, ему даже удалось установить, с какой именно звезды прилетели инопланетяне. У хопи есть изображение в пустыне Аризона, соответствующее созвездию Ориона. И это изображение показывает левой рукой в сторону Большого каньона. Большой каньон — это место, откуда происходит хопи, из предыдущего мира. И есть звезда, которая находится в Большом каньоне. Согласно этому узору, как наверху, так и внизу. Звезда находится в месте, которое называется храмом Осириса. Это плато, естественно, образовавшееся плато в Большом каньоне. И оно соответствует определенной звезде, Пи-3 Ориона. Пи-3 Ориона — это одна из звезд, за которой наблюдает поиск внеземного разума, программа сети, как за возможным местом, где может быть внеземная жизнь. По верованию этих индейцев, небесные учителя передали землянам не только знания, но и артефакты. В одном мифе упоминается длинная палка, из которой вылетала молния, способная убить волка или даже более крупное животное. По описанию, это было очень похоже на огнестрельное оружие. Но где же в таком случае хранятся эти вещи? Неожиданная находка ждала Гарри Дэвида, когда он изучал архивы местных газет. 5 апреля 1909 года американская «Феникс Газет» сообщила, что исследователь Джи Кинкейд нашел в районе Большого каньона подземный город мертвых. Он шел прямо в глубину скалы. На сотни футов в глубину. Он добрался до комнаты со множеством проходов, ведущих в разные стороны. В статье говорилось, что эта зала или комната выглядела как спицы в колесе. В этой пещере он нашел удивительные артефакты. Напоминаю, это был 1909 год. Он обнаружил египетские мумии, выстроенные у стены. Он нашел статую Будды в реальную величину в позе лотоса, сидящего со скрещенными ногами. Он увидел медные и золотые артефакты в виде оружия. Возможно ли, что это было хранилище вещей богов, пришельцев со звезд? Писатель и ученый, кандидат технических наук Сергей Сухинов, считает, что подобные предметы были известны в Древнем Египте. Он нашел барельеф, где изображено нечто очень похожее на компьютер. Я обнаружил, как ни странно, в нашей всемирной истории, которая сдавалась в 50-х годах,
очень интересный барельеф древнеегипетский, на котором были изображены писцы. Вот, но очень странные писцы, которые не писали вот своими кисточками на дощечках, как мы знаем из школы. Они держали в руках нечто вроде мониторов, с которых свисали очень примитивненькие на пульты с двумя кнопками включить-выключить на двух проводах. Держали в руках нечто вроде вот такого стилета. Вот. А рядом стояли некие тумбочки непонятные, которые один к одному напоминают наши вот эти стационарные компьютеры. По мнению Сергея Сухинова, древние художники изобразили то, что они видели в руках богов. Возможно, часть этих предметов оказалась в распоряжении людей. Некоторые вещи ждали своего часа в секретных хранилищах, пока современные инженеры не разгадали их назначение и принцип действия. Судя по тому, как американцы в 50-х годах прошлого века бурно начали неожиданно развивать многие современные технологии, которыми мы сейчас пользуемся активно, они у нас и в компьютерах, и в мобильных телефонах, и в спутниках, и так далее, мне кажется, что вот некие обучающие компьютеры были найдены. Где найдены? Мне кажется, что в тех самых знаменитых, но никем еще заново не открытых туннелях, которые находятся в Южной Америке. Как вы знаете, они тянутся на протяжении, по крайней мере, 2000 километров. Историк и теолог Деннис Свифт изучает таинственные артефакты доколумбовой эпохи. Его интерес привлекли так называемые камни Ики, которые находят на территории Перу. Можно назвать их библиотеками. Они нам рассказывают, что древние цивилизации не были примитивными. У них были продвинутые знания о хирургии, о планетах, о движении планет, о звездных системах. Ведь на камнях Ика мы находим изображения телескопов. Сегодня в музеях и частных коллекциях собраны десятки камней Ики. По версии Денниса Свифта, это каменные книги, гигантская библиотека древних знаний. Она задает нам много загадок. Как были выгравированы рисунки на этих камнях? Для создания артефактов применялась твердая и плотная горная вулканическая порода, так называемый андезит. Сегодня очень сложно вырезать по андезитовым камням. Это 3 или 4 балла по шкале Мооса. Если же использовать современные инструменты, остаются артефакты. Например, если использовать гексолезвие, останутся следы металлического материала. Таких следов нет в выгравированных бороздах на камнях Ики. Как их могли изготовить тысячелетия назад, полнейшая загадка. И даже возраст их создания остается предметом яростной дискуссии. Один из исследователей этих камней, доктор Хавьер Кабрера, считал, что ключ к правильной датировке дают те камни, на которых человек запечатлен вместе с динозаврами. Что касается датировки, вот сам доктор Кабрера считал, что это камни были сделаны, эти камни были сделаны там 50-60 миллионов лет назад, то есть до момента вымирания, так сказать, динозавров. Деннис Свифт считает, что человек и динозавры сосуществовали вместе в более поздней эпохе. Возможно, ящеры жили на территории Южной Америки еще тысячи лет назад. Но когда бы ни были сделаны эти загадочные артефакты, ясно одно. Мастера той цивилизации не уступали современным специалистам. А может быть, даже превосходили их. Есть изображение пересадки сердца. Есть изображение трубок, присоединенных к женщинам, для использования плаценты и подобного материала. Мы знаем из современной медицины, что это очень-очень полезно. И так можно достичь прекрасного эффекта. И также есть несколько разных изображений хирургии мозга. Но кто же создал эти камни Ики? И что за высокие технологии показаны на других загадочных рисунках? Один из известных исследователей контакта человека с внеземным разумом, археолог Захарий Ситчин,
считал, что ответы на такие вопросы даст изучение мифов первой культуры на Земле – древнешумерской. По его мнению, некогда в древности к Земле, в Солнечную систему вошла странствующая планета, назвал ее Нибиру, так и называли и шумеры, на которые в Солнечную систему прилетели люди, которых шумеры называли анунаки. Якобы эта планета начала совершать обороты вокруг Солнца по очень вытянутой орбите с периодом вращения 3600 лет. Когда эта планета приближалась к Земле, то анунаки на своих космических кораблях опускались на Землю. И, собственно, с этого и началась как бы история человечества. Версия Захарии Ситчина гласит: пришельцы развернули на нашей планете активную деятельность по разработке месторождений редких металлов. Прежде всего золото. Но почему бы вдруг инопланетяне прилетели в другую звездную систему, чтобы начать добычу на Земле золота? Разве этот элемент настолько редок во Вселенной, что за ним следует отправляться в столь длительную экспедицию? Дело в том, что согласно современным теориям происхождения Вселенной и откуда образовались все элементы, в недрах звезд могут формироваться практически до железа. А все более тяжелые элементы, они в рамках существующей сегодня теории сформироваться не могут. Одна из научных гипотез гласит: чтобы возникли золото и другие более тяжелые элементы, необходимо довольно редкое космическое явление. Согласно сегодняшним теоретическим воззрениям астрофизиков, золото может возникнуть только в результате слияния двух нейтронных звезд. Возникает очень быстрая реакция, которая одним из своих побочных эффектов имеет выброс массы. Считается, что эта масса приблизительно до 10 лунных масс. Возможно, на этапе формирования звезд и планет недалеко от нашей Солнечной системы произошел выброс тяжелых элементов. И планета Земля оказалась на пути такого протуберанца. Современные ученые объясняют это тем фактом, что уже после того, как Земля сформировалась, она была подвергнута бомбардировке метеоритами. Что это было? Или это были не сформировавшиеся части планетного диска нашего Солнца около 4 миллиардов лет назад, или какой-то поток метеоритов, внесшийся из глубокого космоса, но суть от этого не меняется. Считается, что для того, чтобы обеспечить все те запасы золота, которые есть на нашей Земле, достаточно было порядка 160 метеоритов диаметром 20 километров. Историки до сих пор ломают голову над тайной культа золота у всех древних цивилизаций мира. Возвеличивать этот металл было объективно неразумно. Труднодобываемый, для оружия слишком мягкий, для быта слишком тяжелый. Из него делали предметы культа, вещи, которыми пользовались боги. Если предположить, что на самом деле золото было нужно не людям, а богам, все встает на свои места. Если принять метеоритную версию происхождения золота, планеты, богатые этим металлом, действительно редкость. Но зачем братьям по разуму понадобилось именно это вещество? Золото считается металлом богов. И если мы посмотрим культурные традиции любого народа, то самым ценным, самым желанным всегда является то, что принадлежит богам, чтобы мы были похожи на богов. Спрашивается, зачем богам золото? Приведу очень интересный пример. Мы во многих источниках встречаем, что боги сияли, они сверкали, особенно в Египте. Как предполагает ряд экспертов, измельченное в пыль золото могло дать защиту от солнечной радиации. Именно оно является идеальным способом отражения инфракрасного излучения. В нашем мире это, кстати, используется, потому что на спутниках солнечные батареи делаются именно из золота, чтобы они не перегревались. Если мы будем покрывать тело золотой пылью, ну, предположим, для нас, мы боги, у нас все есть, для нас это не является экономической проблемой, вот, то в регионах с жарким климатом, особенно с ярким солнцем, это очень актуально, кожа не сгорит. Вероятно, боги, сошедшие с небес, использовали золото, чтобы защитить свои одежды или скафандры от непривычного солнечного излучения. Что касается землян, то они могли подражать звездным пришельцам и наносить золотую пыль на тело.
Это действительно предотвращало ожоги. Однако золоту приписывают немало других удивительных свойств. Например, алхимики считали, что именно золото – главный ингредиент лекарства от любых заболеваний. Эликсир молод быть вечной молодости и даже вечной жизни. Это так называемые ятрохимики, лекарственные химики, медицинские химики. Это ответвление химических златоделателей, златосереброискателей. Считалось, что из металлов лишь серебро обладает активными бактерицидными свойствами. Но недавние исследования показали, что золото тоже способно бороться с бактериями. Однако оно делает это другим способом. Золото не убивает болезнетворные бактерии, но оно препятствует их размножению. А век бактерий недолг, в конце концов, они умирают просто все сами. И питаться из золотой посуды очень полезно для здоровья. В текстах Древнего Египта есть упоминание о загадочном хлебе жизни. Как утверждалось, он был способен подарить бессмертие тем, кто вкушает его. Но что это за вещество? Биохимик Ольга Листопад считает, что разгадала эту тайну. Это знаменитый египетский белый хлеб, так называемый. Почему белый? Потому что мелкодисперсное золото обладает таким коэффициентом светоотражения, что выглядит практически белым. Похоже на муку. И на ману небесную, между прочим, похоже. Вот. И очень часто даже на египетских барельефах мы встречаем изображения богов с конусами такими, которые часто принимают за изображение пирамиды. На самом деле это изображение белого хлеба, подношение богам. Измельченное до размеров наночастиц, чистейшее золото действительно обладает уникальными свойствами. Согласно современным исследованиям, этот металл активизирует иммунную систему человека и даже борется со злокачественными опухолями. Но если золото использовалось только как изысканное косметическое средство и лекарство, чтобы обеспечить немногочисленную колонию пришельцев и верхушку земной знати, хватило бы нескольких сотен килограммов золотой пыли. Однако добыча золота в Древнем Египте велась с размахом. По подсчетам геологов, за прошедшие 5000 лет там было добыто более 3000 тонн. Для чего могло понадобиться столько золота? По мнению Захария Сечина, для того, чтобы такая планета Нибиру могла нормально функционировать на большом удалении от Солнца, в ее атмосферу необходимо было ввести то, что называемое сейчас сферой Дайсона. То есть определенная такая металлическая как бы оболочка в высоких слоях атмосферы, которая будет удерживать тепло, удерживать атмосферу от распыления вдали от Солнца, где практически нулевая температура. Но для этого надо было раздобыть большого количества золота и в виде мельчайших частиц распылять его в верхних слоях атмосферы. Получив необходимое количество и подлатав внешнюю металлическую оболочку Нибиру, пришельцы покинули Землю. Они оставили на нашей планете главный и, наверное, самый ценный артефакт – самих людей. По версии того же Захария Сечина, рядовые пришельцы, анунаки, однажды взбунтовались против своих начальников из-за тяжелых условий работы во время добычи золота. Была война, и после этой войны руководство этой экспедиции, этой странствующей планеты, приняли решение, что надо создавать искусственных биороботов, которые могли бы вести вот эту золоторазработку. Для этого были взяты какие-то разные виды существ, не только обезьяны. Были созданы какое-то количество вот таких гибридов с помощью генетической инженерии. Их довольно много было, мы их называем монстрами. Библия содержит рассказ о том, что человек был сотворен верховным существом Элохим, что переводят как «Господь». Но на древнеарамейском означает «сияющие». Сделали человека из особой субстанции, которая обозначалась как глина. В самой Библии нет точного описания этого процесса. Но в других апокрифических текстах можно найти инструкцию, как создать искусственного человека, голема или гомункула. Одной из таких книг считается так называемая «Библия дьявола».
По легенде, эта таинственная книга появилась в одном из чешских монастырей в 13 веке. И в этой книге существует портрет дьявола в эпохе Средневековья. Он во весь разворот дан. Это такая картинка, которая внушала мистический ужас всем и вся. Вот. Она была долгое время у Рудольфа II, у князя-алхимика в центре Праги, который созвал алхимиков со всего света, который созвал ученых со всего света. Там был Кеплер, Тахо Браги, это великий ученый. Кеплер изобрел трехмерное пространство. Кеплер изобрел особый тип этого самого наблюдения за звездами, то, что называется, телескопическая труба. Как предполагают некоторые ученые, именно благодаря этой таинственной книге Кеплер и Браги сделали свои удивительные открытия. Сформулированные Иоганном Кеплером законы описывают движение планет Солнечной системы. Но почему этот рукописный кодекс называется «Библией дьявола»? Это объясняет легенда появления загадочного манускрипта. Монах по имени Герман Отшельник совершил проступок, за что был подвергнут настоятелем монастыря серьезному взысканию. Вид наказания должен был выбрать сам провинившийся. Тогда Герман пообещал настоятелю за одну ночь написать и украсить миниатюрами сборник всех человеческих знаний. Великая книга прославит чешский монастырь. Конечно, написать такую книгу обычному человеку не под силу. По легенде, чтобы выполнить обещание, Герман вызвал дьявола, который проделал всю работу. О том, что именно дьявол помогал ученым, существует много легенд. Ну, самое, конечно, знаменитое – это предание о Фаусте. Значит, и сейчас показывают приезжим этот дом, где жил Фауст. Ну, легенды разнятся, конечно. Значит, вот то, что мне довелось услышать, это уже в 70-е годы прошлого века, что Фауст, значит, в эту вот в дыру, которая образовалась в потолке, ее, кстати, и показывают экскурсоводы, но он якобы вернулся. Да, он был втянут нечистой силой, исчез из Праги, но есть легенда, что он вернулся и по-прежнему обходит улицы родного города. Оккультист доктор Фауст был взят дьяволом на небо, где и познал все тайны мира. То же произошло и с автором Библии дьявола Германом Отшельником. Но первым, кто был взят на небо с помощью мистических существ, был библейский патриарх Енох. В апокрифической книге Еноха приводится удивительное описание этого космического путешествия. Так вот, это описание, если читать просто, ну, описание и описание. А если читать с высоты знания ученого 20 века, то можно увидеть там сходство с описанием Юрия Гагарина, как он видел Землю. И сейчас у нас уже есть фотографии и так далее, и так далее. Так что это очень можно сопоставить. Как удалось Еноху такую фантазию развить, чтобы увидеть Землю из космоса? Гораздо проще это объяснить, что он был посажен на космический корабль инопланетян, которые здесь были, и облетел вокруг Земли. С легкой руки Рудольфа II и не только этот город приобретет такое вот мистическое звучание, направление. И там будет одно из самых древних еврейских гетто, которые будут очень долгое время пользоваться особым расположением правителей Германской Римской империи, в частности, от Рудольфа II. Потому что там будут каббалисты жить, и один из них даже по мифу, да, создаст голема. Голем по рождению как раз вот древней Праги. Император Рудольф обратил внимание на раби Лёва после того, как тот дважды продемонстрировал свои удивительные способности.
Первый раз случился пожар в городской библиотеке, где хранились уникальные манускрипты, среди которых и была Библия дьявола. Жители Праги боялись разбушевавшегося огня и не решались войти в библиотеку Рудольфа. Только каббалист отважился броситься внутрь горящего здания. Он вынес самые ценные книги, и, как говорят очевидцы, даже ни один волос не был тронут огнем на его густой бороде. Второй раз Раби Лев спас уже самого императора, лошадь которого неожиданно понесла, и Рудольф бы разбил голову, если бы раввин не остановил взбесившееся животное. Хотя император и каббалист стали друзьями, даже заступничество государя не могло защитить еврейскую общину Праги от погромов местных жителей. И якобы народ еврейский, жители этого еврейского квартала обратились к раввину создать какое-то, значит, существо, которое бы могучее, которое защитило бы весь их квартал. И вот он пришел на берег реки, собрал вултавы, собрал глину и создал это чудовище огромных размеров. Легенда гласит, что голема оживил тетраграмматон. Четырехбуквенное имя Господа, начертанное на бумаге, которую Раби Лев вложил голему в рот. А сам способ создания искусственного человека раввин узнал из тех книг, которые вынес из горящей библиотеки. Голем выполнял вначале такую бытовую работу. По ночам иногда обходил еврейский квартал, чтобы никто, так сказать, не враждовал там, не нападал на жилище, на жителей этого квартала. А на ночь, вернее, под утро, раввин вытаскивал эту табличку со священным словом, и голем отдыхал несколько часов. И вот однажды забыл раввин вытащить эту табличку, и голем ослушался своего хозяина, пошел громить всех, и евреев, и чехов, в общем, по всему городу шатался, рушил дома, избивал прохожих, топтал их. Многие исследователи считают, что история голема не просто легенда. Ведь она возникла в среде тех, кого меньше всего заподозришь в пустом фантазировании. Это купцы, учителя, мастера, элита еврейской общины Праги. Если такие люди говорят об искусственном человеке, который обладал удивительной силой, значит, причина для этого была. Конечно, слишком смело утверждать, что голем был биороботом, которого раввин создал благодаря древним манускриптам. Но ясно одно. Библия и апокрифы могут дать нам подсказку, какими технологиями на самом деле владели древние цивилизации. Ветхий Завет нам рассказывает очень интересную историю, как раз связанную с одной из знаковых фигур таких вот иудаизма, это царем Соломоном, который является объединителем иудейского царства. И самое главное, он является строителем, архитектором великим, да, вот этого того самого храма Соломона, Иерусалимского храма. Это самое главное и наиболее почитаемая святыня иудаизма, ветхозаветной традиции. Что нам рассказывает ветхозаветная традиция по этому поводу? Одна из самых удивительных загадок связана с самим строительством храма. Вот как описывает этот процесс Библия в 6 главе 3 книги Царств. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Железные строительные инструменты в то время действительно были редкостью. Однако при Соломоне объединенное Израильское царство достигло пика своего расцвета. В распоряжении иудейских архитекторов были самые передовые для того времени технологии. Но почему же тогда строители не использовали железо? До сих пор иудеи совершают обрезание каменным ножом. Потому что есть очевидное представление, что железное орудие – это что-то такое вот, ну, не совсем правильное. Камень, он создан Богом, а железо выковано человеком.
То есть все, что делается железом, несет на себе такой отпечаток человеческих усилий. Это инструменты, это технология. А вот то, что с Богом связано, оно должно быть более естественным. Храм – это дом Бога, поэтому он не может быть осквернен железом. Такова логика теологов. Однако у этой гипотезы есть один явный изъян. Она не отвечает на вопрос, как же тогда Соломону удалось построить столь красивый и сложный в архитектурном плане храм без применения железных инструментов. Возможно, к разгадке нас приведут легенды, которые утверждают, что в распоряжении царя-мага были удивительные технологии. Дело в том, что Бог заповедал Соломону не использовать при строительстве храма, в данном случае, под строительством храма мы понимаем процесс обтесывания каменных блоков и так далее, да, железными орудиями. Так чем же, каким образом мог исполнить завет Бога Соломон? Дело в том, что у Соломона был некий червь Шамир. Что такое червь Шамир? Это некое, по-другому я не знаю, как назвать, это вообще как бы некое устройство, да, величиной с ячменное зерно, которое сочетало в себе свойства тесла и гранила. То есть, благодаря ему обтесывали камни. Согласно преданию, Соломон хранил червя Шамира в плотно закупоренном сосуде из свинца. Об этом герметичном сосуде упоминается во многих легендах. А сказки ислама, например, «Тысяча одна ночь» и, например, про царицу змей, там про медный город, они сказки, в которых есть историческая правда. Там говорится о Салимане Соломоне, как он повелевал там джиннами, как он затачивал их в мед... Технологическим наследием прошлых веков, да, прошлых эпох, скажем, это весьма вероятно, еще раз говорю. И главное тут связующее звено, именно Моисей, потому что Моисей был связан в первую очередь с Египтом. Современные исследователи считают, что червем Шамиром вполне мог быть так называемый нано-робот. Очень сложный аппарат микроскопического размера. В неактивном состоянии он был не больше ячменного зерна. Однако, начав работу, он из доступных микроскопических элементов мог создать любой объект. Как материализация? Ах, это фантастика, фантастика. Но, с другой стороны, она имеет простое логическое объяснение. Мы не живем в вакууме, нас окружают воздух, элементарные частицы и так далее. Если у нас есть технология создания точки фокуса, и мы притягиваем туда элементарные частицы, и мы умеем выстраивать их в атомы, из воздуха начинают материализовываться предметы. Но кто и зачем снабжал древних людей высокими технологиями? Если по версии Захарии Сипчина человечество было создано в качестве биороботов, которые добывают золото, то зачем помогать людям, подбрасывая те или иные артефакты? Возможно, ответ на этот вопрос даст новая версия, которая описывает иную стратегию поведения пришельцев по отношению к землянам. В специальной литературе эта стратегия получила название «прогрессорство». Термин впервые ввели в обиход фантасты, братья Стругацкие, во второй половине прошлого века. Стругацких. Прогрессорство – это своеобразный плач по истории, по собственной истории. А мы уже большие, мудрые, хотим, чтобы наши дети не повторяли наших ошибок. Какие-то высшие силы, если судить по тем же примерам падения метеоритов, того же Тунгусского метеорита или последнего Челябинского метеорита, то здесь это яркий пример как раз скорее охранительной функции тех, кто за нами наблюдает, а что другого объяснения иногда найти просто невозможно, потому что случайности в жизни бывают крайне редко. А здесь это яркий пример того, что все-таки мы были спасены.
По этой версии, прогрессоры даже создали на Земле систему противометеоритной обороны. В Якутии, в долине реки Вилюй, сохранились предания о странных технических сооружениях. Древний якутский эпос Алонхо так рассказывает об их появлении. Однажды заскрежетала земля, и поднялся небывалой силы ураган. Когда мгла рассеялась, местные жители, кочевые тунгусы, увидели посреди выжженной земли, как они описывают, высокий железный дом. Долгое время он испускал неприятные, режущие слух звуки и постепенно уходил под землю. Дом венчал круглый купол, в нем никого не было. Внутри всегда было тепло, но человек от пребывания там заболевал и умирал. Иногда земля тряслась и скрежетала, и из железного дома вылетал ослепительный шар. Он улетал за горизонт и там взрывался. Тунгусы прозвали его Нюргун-Боотур – огненный удалец. Согласно преданиям, особенно активно эти шары стали появляться летом 1908 года, за несколько дней до удара тунгусского метеорита. Это дало основание выдвинуть версию, что огненные шары, по сути, гигантские плазменные образования, цель которых – разрушить любое космическое тело, которое может угрожать Земле. Мы увидели какие-то странные округлые сопочки, такие что-то округлое, тоже похожее с воздуха на котлы. Оказалось, это такие из мелкого щебня коричневые горки, сопки. Причем многие из них с плоской, обрезанной как бы вершинкой. Там на одной возвышенности мы обнаружили множество таких мелких сопочек. И предположили, что из этого места время от времени вырываются такие огненные богатыри. Экспедиция группы «Неман» московских исследователей отправилась в Якутию, чтобы найти эти таинственные технические артефакты. Им предстояло обследовать огромную территорию бассейна реки Вилюй. Никто точно не знал, где находятся котлы. Решено было искать их с воздуха. Для этого использовался вертолет. Много дней искатели кружили над тундрой, каждый раз снижаясь при виде круглого пятна на зеленом покрове, но все поиски были безрезультатны. Оставалось довольствоваться сбором рассказов очевидцев. Так стало известно, что в 1971 году один старый охотник пытался пробить лед круглого озерца, чтобы напиться. Как записано в дневниках геологов, цитата, «старик провалился в металлическую нору, в которой лежали насквозь промерзшие, шибко худые, черные одноглазые люди в железных одеждах». После проведения исследования выяснилось, что в настоящее время найти котлы невозможно. Как считают старожилы, большая часть этих загадочных сооружений была затоплена во время строительства Вилюйской ГЭС. Есть сведения, что строители видели там какие-то округлые вот эти самые котлы на дне территории, которая сейчас находится под водой. И начальнику строительства тогда было доложено, он сказал, не обращайте внимания, затапливайте. Если считать, что эти загадочные котлы действительно являются частью противометеоритной обороны пришельцев, то уничтожение ее делает нашу Землю беззащитной перед ударом из космоса. Это уже продемонстрировал Челябинский метеорит, фрагменты которого упали на многомиллионный город. Но если принять версию воздействия инопланетных прогрессоров, то вряд ли нам стоит ждать, когда же звездные наставники прилетят и починят эту систему. Человечество уже само более полувека осваивает космос. Возможно, через какое-то время мы сами станем прогрессорами для зарождающейся цивилизации и принесем на эту планету науку богов.